не тормози. Ёб твою мать. Все. Говорим. Заводи. Что, мы поедем? Да, да, а что? Да. Мы никого... Блять! Пиздец, блять! Аэропорт работает в обычном режиме. Единственным исключением стал рейс авиакомпании Air Baltic из Риги. Между тем, в учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия стихнет сегодня к 16-17 часам. Машин. Это какая улица-то? Нахвасталась-то. Твою дивизию. Считайте машины, короче. Пипец, блин. Что все и там, и тут. На этой стороне, на этой стороне. На этой стороне. Да вот спасатели приехали, блин. Вот смотрите, четверо, Nissan стоит, Nissan, на той стороне Volkswagen, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть машин, одна в хлам. Все. Подушки сработали. Да хорошо хвастанулись, хорошо. Давай, хуяр, сейчас бы он его... Ух, красота бы была! Сейчас бы он его отметелил бы с левым рулем, он же его не видел ни хрена. Повезло ему то, что вылетел. Ну, конечно, поломался, но... А тот насмерть сразу. Сразу. Так полетел. Иной раз, знаешь, бывает такая ситуация, что ну не без этого. А иной раз такая глупая авария, ну прямо... Ну, я не знаю, и машин нету. Это очень трудно. Страшно было смотреть, да? Так вот пролетел в них прям все на глазах. Иерусалим.
Блять, нахуй! Ты, сука, гондон. Считай, он, блядь, меня зацепил. Пиздец. Стой, держи его. Смотри, номера запоминай. Запоминай номера. Не вижу. Его куда, смотри, поворачивает. Да, 946 Тоу. Тоу. Запомнила? Да.